Беларуси напишут новую историю со старой. Правильные стандарты продиктовали у России. Улица полка имя Калиновского, где в Украине у знак подяки з'явился новый адрес. Литовские чиновники у Беларуси зараз криминальники. Генпрокуратура открыла справу супроть службовых особ краины ЕС. Эдуарду Бабарыку погрожает 10 годов строгого режима, что вядома об политичном судилище до этого часу. Добрый вечер, вы глядите Белньюз, я Анатоль Чайковский, и зараз самые цікавые новины четверга 29 червеня. Подписывайтесь на наш канал, натискайте звоночек, каб завсёды быть у курсе актуальных подей. Прокурор просит приговорить Эдуарда Бабарыка до 10 годов строгого режима. Судья Владимира Решка огучит приговор уже 5 липеня. Криминальную справу супроть политвязня с 22 травня разглядает Менский областный суд. Бабарыку-молодшего обвинувачивают по 4 артикулах. Распаливание иншей социальной ворожести, организация массовых беспорядков, легализация сродков, здобытых злочинным шляхом и ухиление от выплаты податков. Нагадаю, Эдуард Бабарыка находится под вартой уже больше за 3 года. И он был керовником инициативной группы своего батьки на президентских выборах 2020 года. Их затримали разом под час подачи подписов у ЦВК для регистрации Виктора Бабарыки кандидатом. Во украинском Житомире зараз есть улица полка имя Костуся Калиновского. Решение переименовать улицу Белорусскую приняли местные улады на сессии горсовета. Мэр города Сергей Сухомлин уже вручил белорусским доброохотникам стяг города. И он подяковал бойцам за то, что обороняют независимость Украины. Представники шпалка заявили, что у них с Украиной огульный ворог, а Беларусь оккупованная Россией и режимом Лукашенко. И вручили Сухомлину нагрудный знак за допомогу полку Калиновского. Службовые особы Литвы зараз криминальники. Справу супроти европейских чиновников завела так званая Генпрокуратура Беларуси. Обвинувачение серьезное, злочинство супроть безпеки человечества. На думку прокурора у режиму Лукашенко, литовские служащие здекуются психологично и физично над мигрантами, которые штурмуют европейскую межу. Больше за то, заявляют и об смяротных выпадках. У гуманным белорусским ведомстве личат Литву жорстким порушальником международного права. Криминальную справу уже прокомментовала министр внутренних справ Литовской республики Агне Білатайце. И она назвала его черговой провокацией с боку недемократичного белорусского режима и додала: «Иншоземцам, которые навод незаконно пересекли, або которые спробуют пересекши литовскую межу, оказывается вся необходимая гуманитарная допомога». Так званая Генпрокуратура Беларуси, до речи, не первый раз заводит криминальные справы на высших службовых особ інших краин. У листопаде 21 года, у разгар миграционного кризиса, режим Лукашенко обвинуватил польских чиновников у распаливании войны, а правоохотников у злочинствах супроть безпеки человечества. Нагадаю, белорусские помежники сами мотивуют мигрантов учинять безмежа, каб дестабилизовать ситуацию на меже. Литовцев теперь отводят на жесткие допыты на белорусской меже. Об этом поведомили у департаменте Держбезпеки Литвы. И выпадки не одинковые. Поведомляется, что у громадян Балтийской краины отбирают ноутбуки и телефоны. Техника проходит полную проверку, проглядаются абсолютно все контакты, аккаунты у соцсетках, фотографии и маршруты у картах. У литовцев, которые уезжают в Беларусь, допытывают про политические погляды и працу. Тих, кто осуждает агрессию России супроть Украины, могут не упустить Украину. Так само громадян Литвы шантажом и психологическим тиском на допытах примушают до супрацы со спецслужбами Лукашенко. Ранее МЗС Литвы рекомендовал своим громадянам утриматься от поездок в Беларусь, а тих, кто уже находится на территории республики, просят неоткладно вернуться. У Беларуси блокуют доступ до украинских ресурсов новин. Уже не працуют главред «Спектр Пресс», «Громадская», «Ньюз Онлайн» и «Трибун». Инициатором новации выступил так званый прокурор Витебской области. Ему не сподобалось, как на сайтах выказывались про Лукашенко подчас бунту ПВК «Вагнер» у России. Мовляв, дискредитовали. Так само украинские ресурсы новин витебский прокурор обвинуватил у распаўсюджвання информации экстремистского характера, якая подохвочивает громадян до супрадзеяння державной уладзе Республики Беларусь. Россию и Беларусь выключили из Европейской организации податковых администраций АЙОТА. Гэтаму садзейнічалі Украина, краины Балтии, Польша и Дания.
Рашэнне было принято на поседжанні 27-й Генеральной Ассамблеи Организации у столицы Грузии Тбилиси по выниках голосования. Об этом поведомили у Державной податковой службе Украины. По словах ее керовника Татьяны Кириенко, Беларусь и Россия больше не смогут принимать лёсовызначальные решения у организации. Для доведки, АЙОТА – международная организация, задача якой – забеспечить супрацовництво помеж податковыми администрациями у европейском регионе и подтримать их развитие, уличивающей потребности каждой краины члена. Зусім хутка у России и Беларуси з'явится новый агульный стандарт – гістарычны. Об этом домовились так званые законодавцы Рады Федерации и Национального сбору на 10-м форуме регионов в Уфе. На их думку, необходимо терминово переписать историю и распрацовать одинный подход до ее выкладания. Так само распрацовщики рекомендовали совместно створить фильмы про братские народы России и Беларуси, как показать их одинство и подобенство. Идея вельми, видать, сподобалась керовнику Совета Республики Натальи Качановой. И она закликала неоткладно приступить до працы и створить союзный центр информационного супрацборства, а так само покинуть навучание будущим поколениям. У России, до речи, уже давно активно над этим працуют. Там появился новый подручник истории с разделом об войне в Украине, якую у России называют специальной военной операцией. Его планируют массово использовать у школах с наступного навучального года. Российская монополия погрожает здоровью белорусских детей. Держстандарт заборонил продавать выдание настольной гульни из России, привозить ее в Беларусь и выдал загад. Выключить товар с магазинов. Текст литр на гульнявых картах занадто маленький для дитячих очей, меньше за норму, амаль на миллиметр. Нагадаю, еще у красовику у России начались проблемы с настольными гульнями. Популярная монополия Uno и Scrabble от американских компаний Hasbro и Mattel зникли с крам за заходу заходних утворцов с рынку. 5 килограммов экстази спробовал перевезти из Беларуси в Россию 51-годовый жыхар Барановичев. Предпринимательный наркокурьер сховал 10 тысяч таблеток у колах своей иншамарки. Шмат годов мужчина працавал таксистом амаль по всей краине. А усяго месяц тому вырашил заняться незаконными международными доставками. Это была его первая справа. Смяротная авария трассы Минск-Брест у Дзержинском районе. Керуца Фольксвагена, не справившись с кированием, пробивший огороджу, взлетел с дороги просто у подземный переход. У гэты момент на лестнице находились пешеходы, 67-годовая мать с 42-годовой дочкой. Шансов выжить у женщин не было. Сам 34-годовый водитель отрымал незначные травмы. Попередне мужчине стало дренно за рулем. Останние детали трагедии еще высветляются. Масштабная авария на той же М1, але уже под Стаупцами. Там сутыкнулись две фуры и бусик. От могутного удару транспорты змяло, как консервные слоики. Одна из машин была полностью забита садовиной. Увесь товар разлетелся по дороге. Что миновито стало причиной здарения, еще высветляют. У Гродно знайшовся выходец из Эритреи, якого аж на 5 годов свояки шукали у Германии. За гэты час он поспел познайомиться с белорусскими изолятором и больницей. Калеб Абрахам Хаиль 5 годов тому пошел с дому и без каких-нибудь документов приехал из ЕС в Беларусь за, як думал, лепшим життем. Полтора года тому хлопец по-соправдному познайомимся с усими традициями краины. Спочатку его посадили на полгода у изолятор часового утримания, а туль потом он съехал у лекарню с серьезным захворыванием. Тем часом вся семья Калеба беспоспехово шукала его у Немеччине. У вынику шукальник пригод не вытримал выпробованию и рассказал белорусским силовикам об своей семье. Ты отправили у немецкое посольство запыт с просьбой поведомить своякам, что Калеб Абрахам знайшовся. Забрать его с Гродно уже приехал брат. Выглядели Белньюз. Подписывайтесь на наш канал и подтримливайте выпуски лайками. Дякую. До встречи.